На совещание с министром курортов и туризма Краснодарского края пригласили аккредитованные организации, те, которые в Сочи присваивают звезды объектам размещения. Всего эту обязательную по федеральному закону процедуру уже прошли более 1000 гостиниц курорта. Еще более сотни сейчас в работе. Параллельно идет мониторинг отелей по системе «Тайный покупатель». Результаты неутешительные. Из 85 проверенных 20 гостиницам грозят серьезные санкции за несоответствие количества звезд и качества предоставляемых услуг. Санкций несколько. Это и приостановка деятельности, это и штраф, это и лишение звезд, то есть отзыв свидетельства о присвоении. Более того, есть еще и санкция, которая будет применяться к организации, которая выдала эти звезды, тоже лишение аккредитации. Сейчас этот вопрос обсуждается в Министерстве культуры Российской Федерации. В ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая будет это рассматривать. Немало недоработок и по частному сектору. Некоторые мини-гостиницы не спешат проходить классификацию. 300 таких небольших объектов пока еще не определились количеством звезд. Ряд из них делать это просто отказываются. На них будет выписан штраф по статье 14.39 за оказание услуг по размещению без присвоения категории. И также будет подан иск о понуждении к прохождению классификации. В зависимости от того, это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, до 30 тысяч рублей налагается штраф одномоментно. Иными словами, пройти процедуру классификации так или иначе придется всем. Работу необходимо закончить до 1 июля. Таковы требования закона. Ведь в том числе классификация средств размещения должна значительно улучшить качество услуг санаторно-курортной отрасли. Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.